Никогда не надо останавливаться на достигнутом. Надо всегда ставить себе новые цели и через боль, пот и кровь, слезы, сжав зубы, как говорит мой тренер, идти к ним. Ползти, идти, неважно. Во-первых, хочется сказать спасибо режиссеру. Такие люди, которые снимают про таких, как мы, которые показывают, что такие люди могут чего-то добиваться. Это именно они помогают нам двигаться вперед, и благодаря им нас больше узнают. Максим – боец. Для спортсмена это, наверное, самое важное качество – быть бойцом во всех ситуациях. Я надеюсь, что я в какой-то степени являюсь примером, и что люди, смотря на меня, не будут опускать руки и всегда будут верить в то, что все возможно. Фильм после моей Паралимпиады получится еще лучше. В такие моменты, то есть, когда их отмечают, когда их результат, то есть, становится каким-то вот достоянием, то есть для них это очень сильно важно. И просто, наверное, мир, может быть, добрее станет чуть-чуть, если нам будут больше давать информации о таких ребятишках. Представляете, вот снег, и где-то вдалеке светится теплое окно. Туда, где, куда человек стремится, куда он идет, где его ждут. И как раз вот этот проект о тех людях, которые зажигают эти теплые окна в наших сердцах. Представляете, это прекрасные мамы, прекрасные папы, замечательные дедушки, которые дарят своим ребятишкам вектор, который позволяет им дальше в жизни найти себя, интересные моменты, которые позволят им жизнь жить с каким-то задором, с какой-то целью. Фильм премьера, да, и очень хотелось бы, чтобы каждый год мы снимали по одному фильму. Начало положено.